Я хотел быть поваром. Я закончил ПТУ 54. Первый диплом у меня повар-кондитер. И так бы я остался поваром. Но нет, я захотел стать актером. И буквально, значит, получил диплом повара. И на следующий день, вывод какой, что мне нельзя было отмечать, потому что на следующий день уже были консультации в институт, в Академию искусств Воронежского государственного. И все. Естественно, никто этот диплом не отмечал, потому что нельзя было с бодуна, да, на консультации. И все. И я потихонечку, потихонечку, хоп, и получил вторую профессию актер театра и кино. И теперь только по этой профессии работаю всю жизнь. Поваром ни одного дня не работал. Ну, вот так.